нашей традиционной рубрике «Happy Weekend» вас ожидает подборка самых ярких мероприятий этих выходных. В кинотеатрах продолжается показ приключений капитана Джека Воробья. За его авантюрными похождениями вы сможете понаблюдать в киноленте «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки». Кроме этого, вы сможете увидеть фантастический боевик «Чудо-женщина», фильм ужасов «Мумия», триллер «Синяя бездна», комедию «Очень плохие девчонки», мультфильм «Тачки 3». С 16 по 24 июня в первой столице будет проводиться чемпионат Европы по боксу. Увидеть зрелищные поединки лучших европейских бойцов и поддержать украинскую сборную по боксу вы сможете в спортивном комплексе «Локомотив». Регги Фестивал 2017 на этот раз переплывет на иную землю – арт-завод «Механика». С 16 по 18 июня вас ожидают ярчайшие выступления более 20 артистов из Украины, Австрии, США, России, Беларуси, Уганды, фестиваль правильной еды, палаточный городок под крышей, летние активности, ярмарка поделок, барабанное и фаер-шоу, экстрим энд спорт-зона, арт энд боди-арт, хендмейд-зона, кис-зона, дыхание земли, йога, мастер-классы, чайная церемония и многое другое. 17 июня в развлекательном комплексе «Аризона» выступит популярная украинская группа «Не ангелы». А 18 июня во Дворце спорта состоится концерт легендарного дуэта «Пятница». Это была подборка самых ярких ивентов уикенда. Планируйте свой отдых вместе с командой «Информбюро».